вторая игра. Первую мы проиграли. Немного, по сути, не хватило. Опять же, все упирается в пик. Так, ну чё, сейчас у нас есть имба. Вопрос, будет ли в этот раз имба у нашего соперника. В прошлой игре у него были арчи со старта, плюс грифоны и танки. Неплохой расклад. В данном пике у меня есть чем убивать 10-ю волну. Также есть хорошие танкующие юниты, плюс фантомы. Убивают по одному. Может быть, это дерево. Так, как тут лучше поставить гноля. Так, докину я арчу. Может, она внести, так сказать, недостающий ДПС. Он кидает также. Нет, это не дерево. Это не дерево. Что это может быть? Бьет быстрее, чем... Может быть, ауткаст, в принципе. Так, мне не нравится только то, что у нас нет отвода, и я могу сейчас фантомов спалить. Потому что сейчас фокус чисто в медведя идет. И арча тут тоже наваливает нормально. Ну, эх, спалил я все равно. Так, а он пропускает 15. То есть у нас идентичные практически пропуски. Ну как, у нее чуть побольше, конечно, но не считаю я, что это существенно. Я чуть-чуть побольше получу. И у него есть какой-то сплэш в пике.
Сейчас я заказываю сразу 4.1. Добавляю отвод. И таким же макаром буду дефать третью волну. Двойной отвод поставлю. О! Круто! Мне хватает на этого, на варлока. Вот, я его сейчас поставлю. Лучше иметь value все-таки в миде. На четвертую волну мне нужно будет апнуть Фантомаса, скорее всего. Или лучше, наверное, двух поставить, потому что хп у них больше. Так, поскольку у него сплэш, хочу я кинуть на четвертую. Причем хочу я кинуть с Урсой. Хотя, возможно, лучше кинуть Кадоя. Так, стойте на месте. Отлично. Так, вопрос, успели? Ну, пофиг, начнем там мелочь кидать. Ставим так. На пятой просто апну одного фантома. Больше я тут, там ничего сделать не смогу. То есть думаю, это будет оптимально. Ну и дальше с этим проще. Так, сейчас закажем себе 5-2. Да, тоже мелочь. И она может порешать. Хотя вэлли у нас нормальная. Так, ну сейчас медведь умрет. И фантом тоже клеится. Быстро. Неплохо я дефаю. Нормально дефнул, слушайте. О, а он 21 штуку пропускает. Неплохо, неплохо. Это значит, что мы можем себе заказать еще одного виспа. Так, сколько? 40, 50. Может быть, он тоже заточился, а может, он просто копит, не знаю. Апнул уже атаку. Три. Ну, не знаю, как насчет 7-3, но возможно и сделаю. Так, что-то я хочу подкинуть ему на пятый. Вдруг ему повезет и выпадет горелка, и он пропустит, например. У меня же волна, все хорошо. Так, поставим двойной отвод и докину я ему хермита. У него регена нет. Это значит, что, может быть, он сейчас сам засылает. И это может для него обернуться хилом.
нет. Не засылает, и реген не качает. Видимо, уверен он в дефе. Сейчас можно себе заказать все-таки, я считаю, 6 или 7-3. Правильно он подмечает. С фантомами можно себе позволить. Жуткий ламбер. При этом я, интересно, дефну. Вроде дефну. Так, да, я дефую. Он много пропускает. Это 100% на 7-3. При этом я сейчас узнаю его скилл. И вероятнее всего он сейчас скилл отдаст. Потому что КП у него очень мало. Так. У него горелка. Как я наванговал. Повезло ему. Он тут может проиграть, кстати, прямо сейчас. Так, один неудачный скилл может коробить игру. Так, ну, тогда я не буду паузить запись, а продолжим сразу же сейчас. Ошибки. Возможно, он пьян, не знаю. Но в любом случае, я доволен, что игра на фантомах получилась быстрой. Неохота что-то в последнее время долгие игры катать. Тогда пауза.